Поздравляю, желаю всем. Итак, с утреца накрутил десяточек патрончиков. Гильза старая. Феттер. Капсюль КВ-209. В эту гильзу тоже он свободно входит после обжима. Ну как свободно? Руками можно, в принципе, затолкать. Не знаю, обжимал хорошо. Оборотни. Звезда. Матрица Сварог. УПС Сварог. Пробую все. Конус есть. Ствол заходит нормально. Все, патронник. Полуавтомат. Стрелять буду с вертикалки, конечно. Итак, по снаряжению. Пыш-контейнер H28 Феттер. Порох Тамбов Вольф 32 на 1,6. Дробь шестерочка. Дробь мне нравится, не знаю чья, не помню, брал. Но при снаряжении вот на 25 грамм дроби, да, она бьет четко. Вот у меня вся получается навеска где-то 25,06. Есть там один или два патрона 25,01, а так 25,06. Поэтому мне эта дробь нормально. Я не проверяю твердость, еще что-то. Так, здесь 25 грамм, да, патрон. Но навеску я делаю как на 28. Почему на 28? Потому что я учитываю вес пыш-контейнера. Он весит 3,1 грамма. За 3 грамма округляю, делаю на 28 грамм. По факту дроби 25 грамм. Здесь у меня Тамбов Вольф 1,4. И из десятка патронов 1,4 у меня получается всего 2. 1,41. Одну сотую я почему-то перебарщиваю сегодня. Прям никак не попадает. Но это, конечно, ни о чем. 5 соток допустимо в любой навеске. Какую ты не захотел сделать. Так что как-то так. Я сделал 21 уже грамм, 24 и вот 25. Выше 25 грамм я поднимать не буду. Меня все устраивает. Да, плюс еще экономия дроби и пороха. Причем большая экономия получается. Где-то с банки это получается, если делать 32 грамма, то получается где-то 280 патронов, да. А если я делаю 24-25 грамм, даже не 21, вот, а хотя бы 24-25, да, у меня получается где-то 330 патронов. Ни пуха, ни пера.